Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться. И сегодня я расскажу, как решить вечную проблему хранения пакетов на кухне. Способов существует очень много. Можно компактно складывать пакеты в другой пакет, можно в специальные какие-то контейнеры, или аккуратно раскладывать в кухонном ящике. Но мне эти способы нравятся не очень, потому что все они занимают много места. Я вам сегодня покажу другой. Этот способ нравится мне тем, что сама коробочка занимает мало места, и пакет из нее удобно доставать. Ничего никуда не вываливается, и на кухне порядок. Если вам тоже нравится такой способ, напишите в комментариях. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на мой канал.